Всем привет, всем доброе утро. Вот я тут хочу вам кое-что показать. И фон такой у меня картинка. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Покажу я вам брелок, божью коровку. Она очень красивая и будет очень сильно смотреться на сумке или ключах. Она маленькая, в размере 4 сантиметра. Очень приятная, красивая и яркая. Состоит она из тоху кристаллов, и основа у нее натуральная кожа. Там кристаллы и сваровский, и бисер, японский бисер. Вот такая вот небольшая украшение. И то, что я вчера начала вечером делать, это птичка. Не знаю почему, но мне ее так захотелось сделать, и я видела знаки у себя в кофе. Я вам их показывала уже. И поэтому птичка. И смотрите, какие мне кристаллы сейчас пришли. Это мне пришли с сайта AliExpress. Маленькие, мне кажется, по размеру мне казалось, что я заказывала больше. Они очень маленькие. Прям какие-то такие, он прям чуть с ноготь. Ну, да ладно, бывает. А у нас дождь. Ливень льет, как из ведра. Собрались мы гулять. Ливень, он тучи. Ужас какой-то. Надеюсь, скоро выйдем на улицу. Ура, мы вышли на улицу. Дождик уже почти закончился. Ура! И мы пошли, как красиво налили. А мы пошли в сторону Рими Даммы, в Имонту. Вот, как обычно. Сейчас свернем, и я вам покажусь. В общем, мы идем. Хотела вам рассказать, погода наша, это вообще что-то с чем-то. Утром проснулись, не было дождя. Так, что-нибудь с грузкой. В общем, не было дождя, мы пошли, позавтракали, думаю, дай-ка пойдем погуляем. Около 9 утра где-то, что проснулась мелко сегодня где-то 7:30. Вот, поэтому, так, я говорю, вроде бы начали одеваться, смотрю, дождь. Ладно, разделась, занялась уборкой дома, там еще что-то. Все уже, дочка говорит, хочу гулять. Я говорю, ладно, хорошо, сейчас пойдем. В общем, пока собирались, уже я оделась. Хотела, сейчас думала ее забрать, но начался жуткий тоже. Просто ливень ливанул, жуть во мраке, я в ужасе. Ох. Ну, занялись другим делом. Вам и сейчас вот у нас солнышко. Я уже говорила, что я заходила. Забрали заказ с почты. И сейчас идем гуляем, потому что вечером... И потом я сниму, короче, распаковку дома, потому что сейчас мне просто на улице. Мы гуляем, еще хочу зайти в магазин. Купить творога со сметаной и сделать сырников. Очень хочется что-то каких-то сырников или чего-нибудь такого. А здесь мы гуляем. Здесь такой частный сектор у нас. И там дальше будет... Ну, тут сейчас повернем. Повернем налево. А направо я сейчас вам покажу. Вот. Там железная дорога. Мы там с вами когда-то гуляли до этого. А мы идем туда. Здесь у нас частные дома. И мы идем. Просто я решила с вами поболтать, поэтому я здесь пошла. Там можно было идти в дороге, и там дальше у нас гаражи. Вот. Так что вот такие частные домики тут. Не хочу снимать, тут камеры. Давайте я вам кое-что покажу сейчас. Пойдемте. Посмотрите, какая прелесть.
Обалдеть. И там второй кустик тоже такой же. В общем. Вот. Да, вижу, малышка. Мама. Да. Там точно дорога. Ну да, дорога там, да. А вот в этом доме раньше жила, был разрушенный. Раньше жила собака очень злая, выбегала и всех пугала. Ладно, пойдем, хватит уже болтовни. Вот мы уже дома. Смотрите, какой мне пришел помятый. Коробка полностью вся помята. Еще была упаковка, но она вся помята. Уже второй гаджет мне приходит помятый. Ужас. Ну, вроде бы, надеюсь, он целый. Да, он оказался целым. Вот он так, одной рукой открывается. Но, конечно, лучше двумя. Так как у меня сейчас нету пока такого штатива, поэтому я его вам на камеру показываю одной рукой. И одной рукой очень неудобно. Так что все работает. Надо еще разобраться с этой кнопочкой. Потому что как-то она работает от Bluetooth, я слышала. Ну, читала. В общем, будем проверять. А так все работает, все открывается. И как селфи-палка, и как... Это два в одном, и селфи-палка, и штатив. Очень удобно. Я такой очень хотела. Это мне мой отец прислал видео. Я решила вам вставить во влог. Это недалеко от нашего дома. Ёжик. У нас тут часто, кстати, ёжики ходят, и видела и я, и где-то тут они живут. Потому что раньше, когда я была маленькая, в садике у нас около дома, где сейчас будет моя мелкая, там то жили ёжики. Я помню, мы их поили молоком. А даже в группу мы их заводили и поили молоком. Было прикольно, так бегает. Я ежиков часто видела уже и здесь у нас, и когда раньше на даче были, тоже где-то пробегали. Так что они у нас тут живут. Ой, как потопали, потопали, потопал, потопал, потопал. Классно! Обалдеть, пошел. В общем, вот так вот я распаковала свой штатив. Я очень им довольна. Шел он ко мне больше 2 месяцев. Уже продавец давно написал, что все в порядке, но товара не было. Вообще наша почта и ужасно просто, говорю, эти доставки. Сайт AliExpress бывает очень быстро, бывает очень долго. По-разному. Вот. Что хотела сказать по поводу Почты России. Так, Вика, я записываю. Я запишу, потом все. В общем, то Почта России – это жуть. Я отправила посылку в Россию 2 недели назад. Она уже в России. Ее вот-вот-вот-вот скоро получит. Моя посылка шла с России 3 месяца. У меня просто русских слов на это не хватает, нормальных, человеческих. Ладно, не буду гнобить больше Почту России, все. Посылка получена, она будет оплатить, потому что мне уже вернули деньги. Я уже сказала, говорю, что это папа, вот такое. Привет, мама. В общем, ладно, хорошо. Мама. Так что... Вот так. И на этом, наверное, все. Я хочу с вами попрощаться, потому что сейчас я буду заниматься только уборкой игрушек. Мелкая пойдет к дедушке с бабушкой, потому что она, с ней это делать нереально. Она сразу все ей надо, все во все она будет играть. В общем, все. Всем пока-пока!